Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – фізичне та психічне здоров'я суспільства і що для цього потрібно. Саме про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – інструктором з йоги В'ячеславом Каменєвим. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 42. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Наш гість з задоволенням відповість вам на усі ваші питання. В'ячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Давненько вы у нас не были. Уже телезрители, я думаю, что и заскучали за вами, и мы тоже заскучали. И так как мы обозначили, тема нашей сегодняшней беседы – физическое и психическое здоровье людей. Потому что если общество психически и физически здорово, то в этом обществе и жить-то небезопасно. Наверное. Что для этого нужно в первую очередь? Будьте добры. Первое. Добрый день, дорогие телезрители. Давайте назвать вещи своими именами. Поэтому первое хотел сказать, что я являюсь инструктором по йоге, но это не совсем то, чем я занимаюсь и чем я живу. То есть есть еще много других вещей, где я работаю, как я работаю. Если вам это интересно, вы можете меня найти в соцсетях. Во всех я зарегистрирован, Вячеслав Каменев, посмотреть конкретно, чем я занимаюсь. Йога – это часть того процесса, который позволяет, как сказала Анетта, привести себя психоэмоциональное и физическое здоровье. Самое главное на пути к этому – это работа над самим собой. Что это такое, да, всем интересно, что такое работа над самим собой, и почему я, Вячеслав Каменев, решил, что я знаю, да, как это быть здоровым? А вы знаете точно, да? Я Вячеслав? Точно знаю, потому что я являюсь здоровым, счастливым, любящим человеком в какой-то степени. Могу сказать то, что 4 года назад я не имел ни здоровья, ни счастья, ни денег, ни хорошей личной жизни, ни любимого человека, ничего. И когда я посмотрел на себя, да, словно как через рентген, я как себе сам поставил диагноз, да, то есть надо что-то менять в своей жизни. А как вы, Вячеслав, посмотрели? Вы подошли к зеркалу, посмотрели да, на себя? Да, и в зеркало смотрел, и вся жизнь вела к тому, что было уже ряд таких событий, когда, я помню, я сидел вечером на скамеечке, я просто сказал, что я хочу реально перемены, хочу что-то делать для этого. Когда я в душе, внутри себя действительно захотел этого, Бог начал посылать, Бог пространство, называйте как хотите это, да, то есть начали происходить определенные события в жизни. Попадаться стали нужные люди, условно, которые давали мне определенную информацию, вели меня к чему-то, чтобы сейчас я пришел сюда и общался с вами. И чтобы честно, глядя телезрителям в глаза, да, Вячеслав? Сказал о том, что моя самая главная работа – это работа над самим собой. И виновник всех бед моей жизни – это я сам. Это называется посмотреть по правде. Если я чего-то не имею сейчас в своей жизни, да, условно, там, то это не кто-то виноват. Мама, папа, пространство – правительство и так далее. То есть все вопросы у меня к себе самому. Хорошо, Вячеслав, вопросы к себе самому, но есть обстоятельства, на которые мы не в силах влиять. Отлично, вот вы правильно заметили. Еще хотел добавить, есть такие люди, они называются сейчас модным словом хейтеры, да, может кто-то знает, может нет. Условно, эти люди, которые следят за моей жизнью, и они ждут, когда я, словно, упаду, споткнусь, или они ищут везде подвох. Именно во мне за вашей лично. Жизнью следят? Следят за процессом. Я пишу в разных там, соцсетях, там, у меня есть вайбер, колонки и так далее. Они ждут подвоха какого-то. В том, что я пишу, я говорю, действительно, я сплю по 2-3 часа в сутки. Я работаю больше 18 часов, то есть, и я здоров, красив и так далее, молод, счастлив. Успешен. То есть, суть в чем, что эти же люди, они своей критикой, условно, то есть помогают мне становиться лучше, чем я есть. Потому что, то есть самый главный критик себе я сам. Потому что в какой-то степени я настолько себя не любил, и это приводило в моей жизни к определенным негативным ситуациям. Что теперь критику воспринимаю и этих же людей очень позитивно. То есть есть другие люди, которые условно делают мне не очень приятные вещи, негативные. И сейчас, осознавая это, то есть я им говорю спасибо, потому что их воздействия негативные на меня заставляют меня что делать? Не сидеть вечером печенье с молочком пить, а заставляют... Ну, я хочу сделать печенье с молочком, это хорошо. Не так уж плохо. Да, когда мы сидим в зоне комфорта, то нету развития.
эти люди способствуют, этот человек способствует моему изменению. То есть я заставляет меня развиваться, меняться. Сколько надо было времени, чтобы это осознать. И я это для чего говорю? Что в моей жизни, в вашей жизни, как вы говорите, есть определенные события, ситуации, условно негативные. И вот тут есть надо обстоятельства, на которые мы не можем влиять. Вы говорите, все зависит от тебя самого. Но есть обстоятельства. Есть судьба, да, давайте, рок, судьба. Ну, не знаю, судьба, ну вот, например, действия. Обстоятельства. Смотрите, судьба, это когда идет дождь, и вы стоите и говорите, это обстоятельства, судьба. А есть, когда человек берет и делает шалаш или убегает от дождя, то есть делает что-то, действия какие-то. Это еще Порфирий Иванов говорил, что холод, голод там, да, то есть и действия нужны для того, чтобы нация, земля, люди, ну, там жили, процветали. И, а человек к чему стремится? К покою, к теплу, к зоне комфорта. Понимаете? То есть поэтому надо правильно воспринимать условные события. Для этого нужно расширять свое сознание, не включать эмоции и становиться более осознанным. Что такое осознанность? Это контроль себя, когда в условно негативных событиях, ситуациях, ты тормозишь себя, не включаешь эмоции. Для чего? Чтобы разобраться. Потому что человек, он как компьютер, как телефон. В нем есть определенные программы, да, набор программ. У вас одни программы, у меня другие, да. Вот у меня есть программа «Я люблю себя», у меня есть программа «Счастье». Потому что мы сегодня затронули тему здоровья, да, психоэмоционального и да. физического. От чего это зависит? Это зависит от счастья. Вот я счастливый человек, просто очень сложно словами подобрать это состояние, это как слепому рассказать, да, там, на что похожа машина или как выглядит океан и так далее. Это сложно подобрать слова, которые описали состояние счастья. Счастье – это всего лишь состояние, это программа определенная в тебе. И вот от этого зависит твое и физическое, и психоэмоциональное состояние. Вячеслав, вы говорите, что человек подобен компьютеру, но компьютер не может эмоционально переживать так, как человек переживает. Человек, в принципе, соткан из эмоций. И подавлять в себе эмоции, я думаю, что телезрители, вы согласитесь со мной, что это сложно. Я не призываю подавлять эмоции. Эмоции нужно контролировать, научиться ими управлять. Для этого людям и мне помогала в какой-то период йога. И все на самом деле духовные практики и вообще все практики, нацеленные на саморазвитие, они и призывают и способствуют тому, что человек постепенно начинает управлять чем? Своим телом, своим сознанием, да, то есть там, потому что, то есть, ну как это сказать, там, подавлять эмоции, ну так, я не могу справиться, я пойду кому-то там, я не знаю, по башке побью, это называется не уметь справляться со своими эмоциями. От чего это зависит? Что один человек идет напивается, там, бьет ночью ларек, другой контролирует себя, третий еще что-то делает. Это зависит от степени развития сознания. Чем мы отличаемся от животных? Тем, что у нас есть сознание, да, то есть осознанность, то есть ум, который нужно развивать и расширять его, чтобы он превратился в нечто большее. Это как измененное сознание. К этому на самом деле стремятся все йоги, так как я же тоже являюсь инструктором по йоге в какой-то степени. Итак, Вячеслав, йога способствует вашему расширению сознания да, во можно... всех фактах. Здесь и дыхание, как вы говорите, как останавливать эмоцию. Подышал капалабхати. Мы на какой-то из передач демонстрировали технику дыхания капалабхати. Соответственно, ты снижаешь степень важности тем событиям и стараешься остановить эмоции. Для чего? Контролируя происходящее. Когда включаются в человеке эмоции, ну все, это называется все пропало. То есть в человеке начинает включаться какая-то программа. Папина, мамина, так как у нас есть, да, родители, мы чем-то похожи на них, или программа социума, или еще что-то. Начинает включаться, фонить какая-то в человеке программа. В этот момент человек не контролирует себя, у него идет эмоции, соответственно, у него идет стресс. Как это связано? Психоэмоциональное состояние с физическим. Человек обиделся, там, человека пошла какая-то непринятие, у него начинает спазмироваться что? Физическое тело, сосуды, да, каналы тонких меридианов, там, физические органы начинают сжиматься. Поэтому проблему надо решать впоследствии, это самое как последнее физическое тело. Надо менять свое восприятие мира, и тогда физическое тело не будет напрягаться. Если оно не напрягается, соответственно, оно не болеет. Поэтому это не сказки, дядя Степа. Я сплю реально 2-3 часа в сутки, я уже совсем воспринимаю по-другому слово «болеть» и вообще отношение к здоровью. Я не отрицаю медицину, я просто говорю о том, что есть альтернативная точка решения вопросов. Если ты не хочешь работать, развиваться над собой, пожалуйста, ходи по больницам. Хочешь менять себя, соответственно… Тебе будет меньше нужно медицина и так далее. Вячеслав, пользуясь моментом, я думаю, что телезрители одобрят меня. Я бы хотела все-таки, коль мы уже заполучили вас в студию,
И вы сейчас говорили о том, что дыхание помогает справляться даже с эмоциями. Да, в одном из эфиров мы дышали. Но давайте напомним телезрителям, ну хотя бы 2-3 упражнения по дыханию, чтобы вот эмоции, боже мой, эмоции, они захлестывают через край. Но сейчас Вячеслав подышит, и эмоции вылетят. Лозунгом Нового года 2017 было, я написал в своих страничках в соцсетях: меньше слов, больше дел. Вот, давайте к делу перейдем. Дел имеется в виду в том, что я прихожу на передачу вот с желанием. Я иду сюда лишь тогда, когда действительно я готов что-то отдавать. Поэтому критерий счастья – это желание человека отдавать. Когда люди говорят о том, что я хочу помочь людям, я сделать их счастливыми, то пока вы не являетесь счастливым человеком, вам нечего отдать. Поэтому я хочу, чтобы люди научились смотреть на мир без иллюзий. Это значит, что мало того, что, как человек выглядит, что он говорит, самое главное, вы должны чувствовать его состояние. То есть оно вас никогда не подведет. Если ты чувствуешь легкость человека, действительно, значит, ты на верном курсе. То есть это как общаться с тем. Хочешь быть богатым — общайся с богатыми. Хочешь быть счастливым — общайся с счастливыми. Хочешь иметь личную жизнь хорошую. То есть очень важно уметь понимать это состояние. Состояние, опять же, все техники нацелены на то, чтобы вот эти духовные практики, разные йоговские практики, обливание, бег, голодание, все должно способствовать тому, что человек должен прийти к своему состоянию. Это и есть, как вы говорите, компьютер, который без программ, то есть тишина. Если в компьютере или в телефоне, заметьте, сильно много программ, к чему это ведет? К перегреву, да, или очень быстро разряжается. Что значит быстро разряжается ваш телефон? Это как человек приходит ко мне и говорит: нет энергии, нет сил, там, где их взять. Это называется, для начала нужно себя поубирать, лишнее, ненужное. Техника дыхания Капалабхати я демонстрировал. Сейчас я покажу ее. Я самое главное пытаюсь донести, что меньше слов, больше дел — это нужно делать, действовать. Делать. Давайте делать. Покажите хотя бы, Вячеслав, давайте вместе с телезрителями вспомним несколько. Вы показывали замечательные упражнения, но давайте их еще раз покажем. Повторение мать учения. Хорошо. Чтобы делать технику Капалабхати, это один из видов йоговского дыхания, нужно садиться максимально с ровной спиной. Так, для чего вообще суть дыхания? Суть дыхания — расслабить диафрагму. То есть дышать мы будем, мы дышим грудной клеткой. Условно будем делать активные выдохи животом через нос, для того, чтобы наполнить себя кислородом. И монотонное выполнение каких-либо других практик способствует тому, что постепенно сознание твое, оно останавливается, то есть идет торможение. Каким образом? Вот ты переживаешь за что-то, а ты начинаешь там вязать крестиком, пускай там читать молитву тоже очень хорошо, там, делать дыхание Капалабхати. В этот момент ты просто начинаешь постепенно тормозить процесс там того, за что ты переживаешь. То есть в этот момент отток энергии, отток негативных мыслей или что прекращается, и ты приходишь в условную гармонию, в спокойствие. Ну что ж, давайте придем к спокойствию. Дыхание очень простое на самом деле. Словно ты выдыхиваешь с носа соринку. Резкий активный выдох, более глубокий вдох. Надувая живот на вдохе, выдох активно подтягиваешь пупок к позвоночнику. Вначале будет сложно это делать быстро, чтобы дыхание… То есть я набираю полный легкий, делаю активный резкий выдох, более глубокий вдох. Самое главное здесь подключать еще и другие моменты. Потому что, то есть, я преподаю йогу и в Николаеве, и в Херсоне, и прихожу к тому, что я уже не хочу делать занятия только конкретно одной йоги. То есть я хочу включать и практики дыхательные, и практики медитативные, чтобы это было все в комплексе. Когда это все в комплексе, оно реально работает. Работает на то, что люди начинают лучше себя чувствовать физически и психологически. Идет расслабление в теле. Расслабление в теле ведет к расслаблению сосудов, капилляров, да, то есть идет насыщение и кислорода, и кровообращения. Если орган начинает получать достаточное количество крови, кислорода, то он уже начинает, как бы, у нас организм так устроен, что мы сами себя исцеляем. Это не врач вас лечит, когда вы пришли, выписал вам таблетки. Лечит организм сам. Врач просто дает какую-то таблетку, которая создаст какое-то действие там в организме. Тоже, ну, то есть лечит ваш массажист, то же самое также. Массажист делает массаж, что он делает? Улучшает кровообращение в определенных местах.
Этому я учу людей, управлять своим сознанием, чтобы человек путем концентрации внимания и этого дыхания мог расслабить себе какой-то внутренний орган. И тут важно работать над собой. Что это значит работать над собой? Понимать причину, следствие тех или иных событий. Когда в интернете сейчас очень много там воды по поводу любой информации, люди говорят «карма, карма». Карма просто это причинно-следственная связь. Вот когда люди начнут понимать свою причинно-следственную связь, тогда и карма на них работать не будет. Потому что карма – это, грубо говоря, где-то насорил, да, потом, грубо говоря, там, тебе насорили где-то и так далее. Да. То есть я просто хотел выразиться более другим словом, но я подобрал более такое слово. Поэтому важно и заниматься здоровьем физическим, то есть хорошо бегать, там, заниматься йогой. Но помимо всего, человек должен расширять свое мировоззрение. То есть, условно, люди живут там, вот в квартире, да, чем ниже этаж, тем обзорность ниже, чем выше этаж, тем широта выше, да. Получается, тот человек, который живет выше, он может видеть больше, да, а тот, который ниже живет, он говорит, мир там не дальше той скамейки, например. Человек, который живет на 9-м этаже, это я условно пытаюсь донести, он может посмотреть выше и шире и сказать, да нет, мир он больше. И получается, чем шире мы воспринимаем мир, тем у нас меньше иллюзий, потому что иллюзия – это то, чего нету. Это опять связано со здоровьем. Когда мы пребываем в иллюзиях по поводу ребенка, мужа, работы, жизни, социума, государства и так далее, нам как-то плохо становится. Нам становится плохо, потому что наша радость, она уходит куда-то. Радость – это условно понятие энергии. Чем у человека больше радости, тем в человеке больше энергии. И когда наша радость уходит, то уходит и наша энергия, потому что мы неправильно видим человека, события, ситуацию и так далее. Поэтому каждый человек на самом деле может и должен работать над собой. Он должен знать, как он устроен, что с ним не так, то есть свои слабые моменты, свои сильные моменты и так далее. Работать над своими качествами и так далее. Поэтому человек обижается, там, ну, чаще болеет, например. Понятно, если человек делает такую технику дыхания капалабхати, то есть он разгружает себе желудочно-кишечный тракт, там идет улучшение там, всех процессов пищеварения. Но это следствие. А я предлагаю людям менять причину, причину ихних событий и так далее. То есть это не значит, что в моей жизни нет условно негативных событий. Они есть, но я другой стал, я по-другому их воспринимаю. То есть события какие-то приходят, условно, да, там как карма, причина, следствие какое-то. И я воспринимаю это как возможность мне стать еще более счастливее, еще более чище, еще более развитее. Даже есть, если там события негативные, вы их воспринимаете с позитивной точки зрения. Да, да, да. Когда со мной буквально месяц назад произошла небольшая авария с машиной, я попытался понять причину следствия в течение суток, просто когда, допустим, сказать, вот негативное событие, надо как-то его принять, порадоваться, поблагодарить. Если ты не можешь понять, откуда растут да, эти как корни этого негативного события, тебе сложно понять. Для этого тебе нужны ключи. Ключи – это основа мироздания, то есть это знание, информация о том, как работать с обидами, как работать с какими-то негативными моментами. Это и позволяет мне меняться. И потом, когда я выявляю причину или понимаю, там, с чем это связано, у меня уже идет расслабление. Соответственно, я потом сел, подышал, постоял в планочке 10 минут, мы стояли уже, да, все телезрители уже должны знать, что такое планка. Ну, если бы вы сейчас постояли, никто бы не обиделся, но ну, так как уже сегодня, да. У нас будет следующие рубрики. Еще... Да, то есть, поэтому... Вячеслав, не обижаться, но есть такая даже поговорка, на обиженных воду возят. Так, а в чем суть, злиться. Понимаете? Допустим, я вам сказал, да, допустим, Аннет, не обижайтесь. Вы говорите, ну да, если я буду обижаться, это плохо будет. Происходит событие, а вы не можете не обижаться, потому что вы на уровне понимания, на уровне ума понимаете, что обижаться это плохо, да, я буду от этого болеть там, и так далее. Там. Но вы не можете по-другому, потому что у вас есть такое убеждение. И тут человек для чего должен накапливать определенными практиками внутреннюю энергию? Это для изменения убеждений. Один из преподавателей когда-то мне говорил, убеждение формирует ожидаемое. То есть почему человек богатый один, другой бедный, третий еще какой-то? У него есть четкое убеждение внутри, в подсознании, у него программа есть, деньги, то есть это его программа в душе, и они к нему идут. А у другого такой программы нет, вот в этом и беда. То есть его ретрансляция, его месседж, давайте так назовем, внешний мир идет условно там «обидь меня, я на всех обижаюсь». И пока он не поменяет этот стереотип убеждения,
А что такое обида? Обида – это неразрушенная иллюзия о ком-то. То есть, если вы обижаетесь на человека, значит, вы мир видите немножко по-другому. Ну, то есть, вы посчитали, что к вам должны были так относиться, они отнеслись по-другому. Значит, вы не разрешаете человеку относиться так, как он считает правильно для него. Соответственно, вам нужно нарабатывать качество эгоизм, потому что здоровый эгоизм в начале пути я приветствую, я считаю, что это очень хорошее качество. А в конце человек должен от этого отойти. Когда человек отходит от эгоизма и не зацикливается на духовном эгоизме, потому что эгоизм – это в какой-то степени тоже, да, зацикленность только на себе самом. Потом человек приходит к любви. Это этапы, ступеньки развития, развития эволюции. И я точно могу сказать, что за 4 года я поменялся. То есть те, кто меня знают, ну, они видят мои изменения. Да даже если не видят, мне все равно. Я четко сам знаю. Главное, что это видите вы, к этому призываете и наши зрители. Я это не вижу, я чувствую это. Я просто живу этим и все. И, то есть это мое уже привычное состояние. Иногда я тоже бываю в разных состояниях, когда мне становится как-то не по себе, и я тогда отлавливаю, с чем это связано. Какой-то блок детства, там внимание мне мама не уделяла, или еще что-то. То есть я над этим работаю, меняю свое отношение к этому. Но для этого нужны деньги. Деньги – это энергия, давайте так назовем. То есть вам нужна внутренняя энергия. Когда у вас есть энергия, то у вас есть силы встать с дивана, да, и начать что-то делать. А если нет энергии, Вячеслав, тогда ну, приходите нет, на йогу. Тресни. Аннет, приходите на йогу, приходите дышать будем. Весной я буду открывать, там, заставлять людей, там, ну не заставлять, условно. Заставлять, давайте довольно принудительно, сейчас вас заставим подышать. Буду заставлять их ходить с собой на речку, потому что людям нужен какой-то импульс. Я и есть импульс, у меня полно энергии. Меня иногда выбивают, но это очень происходит на короткие часы. И мой критерий – это мой сон. То есть я смотрю, если я сплю, как обычно, 2-3 часа, я чувствую легкость в себе. Когда происходят какие-то события и какие-то уроки, я прохожу. Если я тоже человек, я расту, я иду к чему-то большему, прохожу уроки. В эти моменты у меня может быть их меньше, этой энергии. Но я знаю четко, зачем. Когда я человеку говорю в Херсоне, почему ты не обливаешься на этой неделе? Он говорит, да вот не получается, нет сил, не знаю. Я говорю, тогда задавай себе вопросы. Зачем ты это будешь делать? Когда ты найдешь ответ, и ты побежишь, схватишь ведро и пойдешь обливаться. И вот когда мне плохо, я четко знаю, зачем я иду на речку, зачем я иду медитирую, дышу, абстрагируюсь, там какие-то делаю практики, медитации. Я знаю четко, зачем я это делаю, чтобы привести себя в порядок. Поэтому не можешь обливаться, вообще научитесь задавать себе вопросы, зачем. И тогда придет ответ. То есть, ну да, наверное, если действительно умеешь задавать вовремя себе задать вопрос правильный, тогда придет ответ. Это и есть, как мы с вами сказали, путь осознанности. Когда ты не врубаешь эмоции и задаешь себе вопрос, зачем? И всегда себе нужно задавать вопрос. Когда я иду в сауну, я себе задаю вопрос, зачем я туда иду? Я иду максимально там расслабиться, да, то есть получить определенное состояние. Если я иду на речку, я знаю, зачем я иду. Если я иду сюда, в студию, я знаю, зачем я иду. Я иду тогда, когда я готов идти, когда мне есть что-то отдать. Потому что счастье, я кайфую от того, чем я занимаюсь. У меня на стройке был, сейчас у меня идет там один проект, и был строитель. И он говорит, почему в моей жизни столько бед? Я говорю, потому что ты не любишь то, что ты делаешь. Ты себе пытаешься заставить работать. У тебя 4 детей, то есть у тебя должно, для начала ты должен себе признаться, что, блин, я не люблю эту стройку, ну, признаться себе в душе, да. Ну, а потом себе задать вопрос. И когда он себе задаст вопрос, зачем я это делаю? У меня 4 детей, мне их, блин, кормить конечно надо. Но пока человек не признается в первом, то он до второй ступеньки не дойдет, понимаете, в чем? Ну хорошо, вот он признался, что я занимаюсь стройкой только потому, что так мне нужно зарабатывать. Так он себе не признается, он находит миллион отмазок, почему ему это не делать, впоследствии. Ну, допустим, признался. Закончили тем, что я его уговаривал остаться и работать. Он находит, это такая программа в человеке негативная. То есть он говорит, я хороший строитель, но почему у меня все по жизни не везет? Да нет такого. Человек, если жадный, ему для начала нужно признаться. Чтобы ему отказаться от этой жадности, он должен вначале признаться. Да, я жадный, блин. Тебя радуют последствия твоей жизни, того, что ты жадный? Это ведет к проблемам с поджелудочной железы. Внешний мир тебя воспринимает, люди уже по-другому. Когда человек признается, там, пожалеет себя условно, там, или скажет себе, я не хочу быть таким, только тогда возможно изменение. Когда человеку говорит, что ты алкоголик, он говорит, нет, я просто люблю выпивать. Как ему можно помочь? Как он сам себе может помочь? Когда человек осознает это и хочет что-то поменять, тогда возможно, все остальное. То есть, Вячеслав, как мы вначале говорили, тема нашей сегодняшней беседы – это физическое и психическое здоровье. Физическое и психическое здоровье вот – самый главный критерий. Когда, да. Когда вы будете счастливы, тогда у вас и не будет этой темы.
Физического, психического здоровья. Но счастья так мало, на всех его не хватает, Вячеслав. Вот перед вами счастье. Хотите быть счастливыми, общайтесь со мной. Чаще буду приходить на передачу, рассказывать, как стать счастливым человеком. Надеюсь, сегодня мы затронули какой-то момент того, что для того, чтобы быть здоровым и иметь психическое здоровье, нужно работать над собой. Для того, чтобы быть счастливым. Для того, чтобы прийти к любви. Потому что любовь – это просто энергия. У меня ее полно. Вот так вот. Поэтому, Вячеслав, будем надеяться, что наши телезрители кое-что усвоили из того, что мы говорили, потому что, ну, да, наверное, работаешь над собой и становишься счастливым. Ну что ж, Вячеслав, спасибо вам большое. До новых встреч. Мы будем ждать ваших встреч с вами и будем ждать ваших новых идей. Друзья мои, ну что ж, пора прощаться. И главное, как сказал Вячеслав, будем работать над собой и будем счастливыми, хотим ми этого или нет. Це була розмова на тему. На все добре.